Блок коммунистов и социалистов озвучил свою программу по развитию сферы образования. ПКРам и ПСРам обещают бесплатное питание для учащихся с 1 по 9 класс, ежегодную помощь семьям, в которых есть школьники, и повышение доступа к детским садам. Детсад будет в каждом населенном пункте, где не меньше 20 детей дошкольного возраста. Зарплаты в образовании будут постепенно расти, и к 2025 году средний оклад будет на 30% выше средней зарплаты по экономике. Профессия учителя должна стать привлекательной для молодежи. ПКРМ и ПСРМ также считают, что через 4 года все учебные заведения будут подключены к высокоскоростному интернету, а уроки физики, химии, биологии, робототехники и информатики будут проходить с использованием современного оборудования. Еще одна идея коммунистов и социалистов – увеличить количество бюджетных мест в государственных вузах и открыть филиалы зарубежных университетов.